Здравствуйте, дорогие друзья, кто занимается автомобильными пультами. Хочу вам показать, как определять совместимые модели пультов по показаниям ПДУ-анализатора. И мы будем использовать такую табличку. Ссылку на нее в электронном виде я выложу под этим видео. Давайте покажу, как ей пользоваться. Берем брелок, нажимаем кнопку. Смотрим показания ПДУ-анализатора. Видим, значит, что определяется как Pantera XS. Индекс системы 34. Вот здесь у нас указан код кнопки. Вот смотрите, код кнопки 4, 9, 2. 4, 9, 2. Берем нашу табличку. Ищем индекс системы 34. Находим 34-й индекс системы. Jaguar XS1000 нам подходит. Смотрим вот в этом столбце коды кнопок, чтобы совпадали. 429 у нас тут вот. Давайте еще раз проверим. 492. 429, 492. В общем-то, без разницы, просто расположение кнопок будет такое. Также мы видим, что вот здесь еще есть пульты с таким же индексом. Pantera XS1500, Pantera XS2600. Смотрим тоже, у нас вот есть одно совпадение по кодам кнопок. 429, то есть вот это вот нам еще полностью подойдет. Вот этот вот пультик XS1500, он тоже как будет подходить, но он будет только открывать-закрывать, потому что у него две кнопки подходят. Вот где нули указаны, это значит отсутствуют кнопки. Если же вы пользуетесь модулем PultProc, делаете заготовки автобланк, кто не знает, это вот пультики, пустышки, с помощью данного модуля и вот специальной программы можно изготовить из такого пульта любой из 40 там предложенных вариантов автосигнализации. Давайте переподключим наш модуль. Откроем программку. Выберем порт, в который у нас подключен модуль, заготовку, автобланк, и выберем модель, которая нам подходит по кодам кнопок. Значит, мы выявили две модели. Это вот Pantera XS2600, например. Давайте я сейчас активирую. Pantera XS2600. Подносим пульт к модулю и нажимаем любую кнопку. Видим, что у нас активировалась данная модель. Давайте проверим. Сейчас переподключим. Анализатор. Смотрим. Сейчас загрузится. Смотрим. Индекс системы 34, код кнопки 4, 2, 9. Все, мы выполнили полный аналог этому пульту. То есть вы будете уверены, что эти пульты полностью взаимозаменяемые. Его прописываете штатным способом, и он становится своим независимым брелком. И причем выполняет все функции данного пульта. В этой программке, для тех, кто не знает, покажу, что можно посмотреть инструкцию сразу по программированию. Можно эту инструкцию скопировать, распечатать своему клиенту, если, например, он хочет самостоятельно его дальше настроить. Таким образом мы можем с вами определять совместимые модели и активировать их, например, с помощью автобланка. Либо если у вас есть какой-то из этих оригинальных пультов, например, в наличии, также можете просто продать совместимые модели. Давайте покажу еще, например, какой-нибудь пример. Томагавк у нас есть. Давайте его определим. Индекс системы 16, коды кнопок 2, 4, 8, 1. Здесь мы смотрим. Давайте еще раз покажу. 2, 4, 8, 1. Открываем табличку, ищем томагавк. У нас индекс системы 16, 2, 4, 8, 1. Нам нужно активировать томагавк 9010. Выбираем программки томагавк 9010.
Вот. Так, сейчас мы вот уже заготовочку активировали. Вот, давайте ее переактивируем, покажу, как это сделать тоже сразу. Так. Вот, на заготовке нам нужно нажать синхронно кнопки A, B, D и сразу же отпустить кнопки B, D, продолжая удерживать кнопку A и поднести пульт к модулю. А, прошу прощения, надо модуль подключить заново. Здесь мы его отключали. Так. Тамагавк 9010 выбираем. Вот, на пульте нажимаем синхронно кнопки ABD, отпускаем BD, продолжаем держать кнопку A. И вот у нас активировалась вот эта модель. Давайте сейчас опять подключим наш ПДУ-анализатор и проверим. Вот, видим, определяется томогавк, индекс системы 16, 2, 4, 8, 1. Все, мы сделали еще один полноценный аналог. Также здесь присутствует к нему своя инструкция. Вот. Так. Здесь есть информация о функциональном значении кнопок. Вот, и также инструкция по способу штатного добавления нового брелка в сигнализацию. Также можно распечатать, там, скопировать или просто переслать где-нибудь там в мессенджере. Вот, вот так вот несложно, в принципе, пользоваться этой табличкой. Вот, если какие-то будут вопросики, пишите. Вот, с радостью вам ответим на все. Вот, эту табличку в электронном виде оставлю ссылку в описании под этим видео. Спасибо за просмотр.